Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 8 мая 2019 года. Так красиво зацвела моя вишенка. Первый год она у меня так сильно цветет. И вот это тоже красиво зацвела. Иду сажать арбузы. Сегодня всю ночь шел у нас дождь. Даже была гроза. Но не сильная, но раза три громыхнуло хорошо. Вчера я делала вот грядочку, прополола ее хорошо, полила на ночь, и ночью еще у меня здесь поливала. Вот с этой стороны у меня посажены дыни, и с этой стороны дыни. Я вам показывала свои семена, а сегодня буду сажать арбузы. У меня свои семена из своих арбузов, которые выращивала я в прошлом. Вон там, за своими вишенками. Буду сажать очень густо. Накрывать, не знаю, или не посмотрела температура воздуха ночью. Ниже 7 градусов будет. Днем 20 тепла. Буду смотреть. Разложила я семена арбузов. Правда, плохо видно. Ну, попытаемся посмотреть. Вот так. Погуще. Вот эту вот целую грядочку. Потом остались у меня семена. И я решила дальше продолжить маленькую эту вот грядочку. Тоже разложила семена. Поливать не буду, потому что всю ночь шел дождь. И в конце, на таком вот расстоянии, я еще положила на 3 кучечки семена подсолнуха. Подсолнух — это у меня кубанские семечки называются. Завтра уже 9 мая, День Победы, но я начну с сыном сажать картошку. Очень тепло, хорошо. Сейчас закрою и на этой вот грядочке буду сажать дальше дыни. Это уже в следующем видео. Прихлопнула хорошо, чтобы влага не выветривалась. Нас эти ветродуи замучили. Ой, как же сегодня тепло, прям прелесть. Сегодня буду еще вечером полоть ягоды. Много отошло моих ягодок. Одуванчики не косим, потому что я заготавливаю их на зиму, замораживаю. Буду всю зиму пить чай и делать одуванчиковое масло. Как отцветут одуванчики, сын здесь все выкосит. Ну вот и все. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания.